Привет всем, Одесса на связи. Уже 5 октября 2024 года. Время 1:30 ночи. Слышно где-то отдаленно летит шахет. Уже прозвучало несколько взрывов. А буквально перед этим, не знаю, минут на 10 назад, шахет пролетал прям рядом где-то с домом. Вот. И сейчас слышно, где-то летит отдаленно. Пишут, что вроде работает ПВО. Сбили шахет. Но я все равно слышу звук шахеда. Где-то он жужжит. Далеченько. Такой звук, знаете, отдаленный. Но прям слышно, пролетает. Еще самое главное, прозвучало вроде как два взрыва. Я надеялся на то, что его сбили. Но этот мерзкий звук почему-то все равно слышно. Возможно, их было несколько шахедов. Поэтому какие-то сбили. А какие-то еще летят. Опять. Какие-то взрывы. Жесть, конечно. Просто, как я сегодня говорил в своем вечернем видео, кто смотрел... Это просто какой-то террор мирного населения вот этими шахедами. Они летят, летят, летят и без конца и края. Вот это может продолжаться просто до утра. Их залеты с моря. Постоянные какие-то взрывы. Практически все шахеды все равно сбиваются силами и средствами наших военных. Но все равно ежедневно запускаются. Люди, получается, сидят, не спят, трусятся, прислушиваются к звукам этих шахедов. То есть, по сути, толку в военном плане шахеды никакого не приносят, потому что их сбивают. Вот. Но мирное население терроризируется конкретно. И это происходит ежедневно, каждую ночь. Как-то так. Ладно, я на связи. Берегите себя и своих близких. Всем мирной, тихой и спокойной ночи. До встречи, пока.